Вам штора всех детчика. Поставьте лайк под это видео, напишите комментарий и подпишитесь на канал. А, давайте ему кроссы какие-то. Надо. Кроссы. Вот так-то неплохие. Кстати, кроссы, да. Они в кроссы мастера. Как Осирис, на что похож, да? Ну, нормально выглядит. Типа как Xiaomi топ за свои деньги. Можно кофту какую-то, футболку, бриджи. Телефон через полчаса приедет. Да? Да. Уже? Можно в эту. Как там магазин? Картошку? Вы реально жорики не уважаете? Пишет ПК, купи его. Я уважаю. Если кто-то не знает, и кто не олд, Лёха собрал домашки на компьютер. Стойте, посмотрите. Ну не я, а чат задонатили. Давайте, чтобы не был супер тупым день, пойдем купим ванну и тархун. Ну чтобы супер не в***ать день, реально. Я, кстати, предлагаю поехать на батуты, реал. Я за. Тархун. Заливаем полный бак тархуна в себя и начинаем. Пошли за ванной. Здесь мы ванной не купим. На Авито можно. Мы едем в этот. Если Дамаскин проходит полосу препятствий за минуту, еще 20 тысяч ему. От тебя чисто. Ну. Нет. Если он ванну выпьет тархуна, то еще 20. Докажет, что не пользуется. Мы можем ему сменную одежду купить, и он ванну... В трусиках. Я не буду в трусиках. И не... Пойдем в спортмастер, купим одежду. Пока я напишу Иксу, чтобы он заказал нам ванну. Нам нужна просто локация, куда мы поедем, и все. Нам сейчас сюда ванну привезли. Ты будешь купаться ванной тархуна? Мармелан не спишь, может, рюкзак какой-то писатый. Не, нахуй надо, ванна с тархуном писатый. Тархун, купим 5-литровки, чтобы помылся он потом, и все. Тархуна 5-литровки не сушили. Я имею в виду 5-литровки воды, чтобы он надувал. Надувной бассейн, который такой не очень большой, куда можем прыгать, понял? Он легче. Но его надувать и там, блядь... Не, такой небольшой, его, типа, надувать, блядь, меньше, чем банан. Мы этого шапаша не можем взять. В детском, да, какой. Да, пойдемте, да. Его не надо будет ничего заказывать. Да, let's go. И там мы трусы возьмем ему. Со Спанч Бобом? Тархун. Тим. Спасибо за ванну. Со Спанч Бобом трусы хочешь? Спасибо за то, что придется купаться в тархуне. Да я сам с кайфом, бля, буду в тархуне купать. Только как потом мыться, потом весь липкий будешь. 5-литровки воды возьмем. Иксу, я ничего ему не писал, он пишет. Ща будет тебе ванная. Иксу, отмена. Не надо. Пойдемте во что? Я взял чугунную какую-то, блядь, которая весит 500 кг. Где-то здесь может быть маленький бассейн? Да. Пойдемте тогда тут его купим. Надо детский найти. Мне кажется, тут есть перекресток. Мне кажется, в перекрестке это может быть. Перекрестка нет. Не, ну реально. Зато там есть горячая штучка. Сейчас гляну, есть ли тут детский мир. Реально? Тут сказал горячая штучка? У меня слюнки потекли. Батуты очень хотят. Тогда можно после тархуна еще и в батуты пойти. Какие батуты? Прыгательные. Ну ладно. Костя оперировать будет. А вы батутный центр ебучий хотите? Не хочешь такую, знаешь? Сменка? Я бы такую взял. Я бы взял такую. Что-то она угарная, имеет кайф. Сменочка неплохая. Сколько стоит? 6 тысяч. Кстати, вообще норм. Вообще кайф. Вообще норм, кстати. Только размерчик нужны. XX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 
носить не буду. Бери быстро. Лучший день Дамаскина, мы заставляем его покупать то, что он не хочет. Вот такая тебе, как... Не у меня. Размер, сука. Такая чуть. Удлиненная. У меня, кстати, никогда не было лакошта. Хочешь трусики тебе подарю? Нет. Три штучки стоят 8 тысяч. Вот почему он носит, потому что... Ля? Костя? Да. Три штучки, 8 тысяч рублей трусики. Бесплатно. Покажи. Нет. Покажи. Нет. Покажи. Нет. Покажи не это. Не буду я. Покажи. Я только по секрету это показываю. Покажи. Нет. Вы понимаете, какие там трусы. Соответствующие. Буди, спасибо тебе большое, респект. Идиот. Когда коллекция Small Dick Club? То не 8 тысяч. Ничего, скоро я сделаю Small Dick. Я сделаю трусы, где будет линейка, понял? Измерительная. Чтобы можно было трусами померить. Ну не позорить. Можем на женскую аэробику записаться. Хочешь? Посмотреть просто? Гаярд? Не, ну реально неплохой. Сколько он стоит? Мне очень нравится. 30. Реально? Спросите, он из крокодила? Все из крокодила. Вот все из крокодила. Что? Фальшивка, блин. Там нет кармана, да? Фальшивка. Ну а кто еще? 26 тысяч. 26 тысяч? Конкретные наблюдатели. Не, когда малые так ходят, я понимаю. Когда взрослые, вот такие лбы, я не понимаю зачем. Что еще, что из масштабного надо? Трусовик Тархуна. Дом из Тархуна.
Кроссовки с тарпана. Чебупели. Че, ты все взял? Да. Ты трусики взял и штаны эти? Трусы и носки, чтобы не стирать. Дашь мне одну парочку трусов? Не одну пару, а одни трусы дашь? Так купи. Дорого. Я просто даже хочу... Не, я хочу посмотреть, они по качеству хорошие, именно на по себе надеть. Да иди ты, обманщик. Я тебе отдам их потом. Я на себе поношу, на день его отдам. Нет, отстань. Ну по качеству просто... У тебя есть деньги, Леш, если бы у тебя не было, я бы тебя купил. Не обманывай всех. На трусы? Да. Ну, приведняется, типа, у меня на трусы денег нету. Тимати хочет его выкупить. Кого? Starbucks. Реал? Вот. Тимати Starbucks хочет. Okay. Чтобы типа... хлопнуть кофе за здоровье. А вон. Ребят, не ходите за нами, пожалуйста. Он уже выкупил, говорил. А, нихуя. Здравствуйте. Детский мир. Детский мир. На расстояние вытянутой руки. Детский мир. Да бля, да вот тетя живая. Детский мир! Не живая, это Леша! Детский мир! О. Детский мир вот вот сейчас. Привет! Привет! Опездалы, которые ходят, ну зачем вы это делаете? Ладно, я уйду. Мы кучу раз сказали не ходить, зачем, блядь? Ладно, так вы и сказали. Что в башке, блядь? Залейте перцовкой, ебланов. Это хуйня собачья. Детей фермеров. Я помню, когда Ликс по ВК-фесту ходил, и в чате писали, идите нахуй, сидите фермеров. Печатайте ТикТок. А куда его выкладывать-то, еб твою мать? Как ты видео распечатаешь, вопрос? Детский мир. Вот там мужик, смотри. Брат, нельзя. Подальше, подальше. Фото! Фото! А, вон туда нам. Вы разблокировали телефон и видите это. Ваше действие. Сейчас бассейн быстренько заберем и пойдем. Мама Дамаскина подумает, что он приехал в Москву за кладчиком по быстрой грусти. А, это все, что есть? По всей видимости, вот. Бассейнов нет. А, есть. Ну, это... Но там даже Дамашкин не влезет. Есть батут, вы хотели. Может, была тут новая школа? Кто говорил? Вот, можно, вот это поднять. Да не, ну это... Что, это машинка, он сядет в нее, и мы трахуном нальем. На два места, он один как раз. Он небольшой. Рюкзак трюхуна. О, вот это мой нахуй в первом классе. С человеком булком. У тебя был такой? Ясен хуй. У каждого же еще у себя мужчина. Ясен хуй. Лучше погнать в Ашан, там взять и трюхуна, и бассейн. Можно. Тело говорит. Я с Москвы приехал, чтобы с вами сфоткаться. Ну нихуя себе. Базар, let's go. Да, я знаю. Главный вход от него. Я знаю, как идти. Отсюда, вот оттуда. Иди нас, Илюшенька. Илюша, сделай. Мы выходим вообще не в прошлый Москву-Сити. И в мытище нахуй. Садимся на метро, едем куда-то. Да-да, мужики, я точно знаю. И потом в итоге. Всем привет, с вами новый ролик на канале Экса. Кто быстрее доберется из мытищ до Питера, залейте его перцовкой. Меня? Илюшу? Нет. Ребят, зачем вы за нами ходите? Мы ваши фанаты. Так вы это типа видите? Что? Вообще было бы интересно сейчас. Да, голпист. Сука, школьники, что вы за нами ходите? Ему 20 стоит. Я одному говорю. Взрослые лбы, блядь, ходят за нами. Блядь. Let's go. А, нельзя. Только смотреть? Так бы в этой хате стрим. Мы бы про молду тут. Блин, здесь прям музыка вот эта вот из 80-х сюда. А курьер там уже? А где кура? У него день рождения, между прочим. У него день рождения. Специально. Для брекетов? Я думал, подобрал, знаешь, не прочистить. А кто лайфхаки монтировать будет? Найдутся люди. Даня и Виталя. Аутсайд? Рекорд. Может быть, я? Не, я отпуск взял, блядь. Новая футболка, какая подарила. Облился. Я вот так пью? И у меня вот отсюда выливается. Так я говорю, не пейте кофе. Что происходит? Три глоточка кофе и затяжка ашкудишкой. Я насру прямо вот здесь. Я даже терпеть не буду, просто обосрусь, наверное, посередине дороги. Куда мы идем? Здесь телефон. А, вот. Саня прополоскал зубы, прочистил, чтобы сейчас взять и пить кофе. Блядь. Отсосал ты за такой? Да. Ты сам дома. Как это дома? Не, он взял деньги. Где наш курьерчик? Ресторан русский, там? Да. Ой, ребята, не облейте, пожалуйста. Бля! У меня грязные просто были. Смотри, какие теперь дома. Они реально грязные. Кэш. Money. Big money. Там сделочка. Угу, не показываем.
Сделка на много денег. Че, доволен айфоном теперь будешь? Очень доволен. Маме привет. У него еще нет его. Че он давали? Мне вот этим давали. Заебался носить? Да я ношу нормально. Не знаю, почему в этом цвете. А кто в этом цвете? Розовый? Розовый. Какой? Да чехол купишь и все. Нормально. Белый? Нормально. Белый это, ну, мужчина. Я думал, золотой, блядь. Ну, нахуй. Оп, стой. Руки вот так. Руки вот так делай. Спасибо большое. Че, трясешься? Ну, да. Нестабильно чуть-чуть. Go unpacking. Что ты трясешься? Не, погнали unpacking делать. Go. Ну, пока я так буду. Спасибо. Все, ну... Чуть не засосались с молодым. Все, годик бесплатно помонтируешь, нормально. Я, если не ошибаюсь, Леха, когда собирал Дамаски на конкрет, ну, типа, вот это в счет следующих видосов, которые я буду выпускать. Я ему писал, что, типа, я ему за каждый видос буду платить, это просто я ему собрал. Ну, как я? Один, это один чел заначил. Ни одного видоса с того момента не снял. Один сделал. Я собрал ему комп, сделал, и он меня спонсировал один видос. Не знаю, не помню. Я помню, да. А, нет, подожди, моя девушка или парадиви? У тебя же еще был, у тебя еще до этого два ролика было. Это тоже он монтажил, но на старом ПК. А. Теперь интернет будешь раздавать, класс. А что Костя так делает? Может, на оставшиеся деньги мы проведем тебе интернет в твое село? Я пытался посмотреть. Может, так хуй покупать, Илюшка. Вот именно, именно Каролина вот просто... Я сам. Unpacking. Давай. Мне подарила Кая. А, вот так ты относишься к подаркам, да? Я зубы чистил. Шун, сноу, флекс. А, зарядка. В чате пишут, зарядки нет. А, зарядки там нет. И разминайся. У него по-любому от этого Thunderbird есть Type-C. Делай. А тут Type-C? А тут Type-C? Да. Ну, розетка и Type-C в топ. Только такая, а блока нет. Тебе нужен блок. А, да, тебе просто блок нужен. Да блок же любой может, нет? Тут Type-C, не понял? Ну да. Ааа, понял. Руки трясутся, так держит, я боюсь, что и он туда понял. Проба люк нахуй, да. Куда, отсюда? Да. Ешь. Как говорил Стив Джобс, самое классное – это распаковка. Да. Все, можешь нахуй выкидывать. Все, давай. Говно, да. iPhone будет. Xiaomi получше будет. Это Redmi Pro. Че, как вам Android? Спасибо. Так хочется вот так ударить, чтобы он выпал, понял? Чтобы все поняли. Я просто помню, я гонял. А у него камера зашибатая? Разбитые три штуки. Не, камера вот эта вот история в Инстаграме с Андроида. Еще не был со мной знаком, когда у меня украли айфон, и я с Андроидом ходил. Я снимал сторисы на Андроид, это пизда вообще. Это такой кайф. Кайфушечка. Ты не видел, недавно кружок записывал, у меня айфон в масле был, и я записал, там прям как Андроид был. Кайфуловый. Скоро всем придет. Сенсор не срабатывает, камеру включить не может. С третьей попытки. Кстати. Сейчас шарик. Давай симку вытащим. Бля, ну это кайф. Ебанутый кайф. Чуть пролагивает, но... Слегка. Ну, уже сторис в инсту. Не, ну на самом деле у андроида есть охуенная камера. Всем привет! Тут дома, нахуй! Хотели тут жить? Вот так сидим с друзьями. Немножко пролагивает, немножко PowerPoint. Но в целом оно неплохо. Оп, заблокировался. Ну, чудеса делают китайцы. Чудеса делают хозяева. Redmi это... Какая страна? Xiaomi. Китай, Китай. Это все одинаковые телефоны просто под разными брендами, чтобы больше распродавать. Snapdragon! 800. Процессор. 865. Они искусственно создают конкуренцию? Думаю, да. Да хуй его знает. Не знаю. Думаю, они там вот так. Типа ты имеешь в виду то, что Xiaomi как, и Redmi, они как вот так, PepsiCo? Типа, чисто, они... знаешь, заспорились, кто больше продаст. Я просто... У них даже выглядят они одинаково. Не, забавно, когда, короче... У меня была реклама спрайта. Ты рекламировал Redmi. Не, и мне, короче, там девочка была, менеджер. И я ей прислал то, что мне с официального аккаунта Coca-Cola, типа, российской, хотят подарок прислать. Я ей прислал это сообщение, говорит, шлих нахуй! Да-да, потому что они внутри они конкуренты все равно. Пошли они нахуй! Я отправлял видео, как я Mountain Dew брал.
и 7-Up. Кайф? После рекламы? Да. Вон для получения. Сидит нахуй, понял? Кто? Сыночек. Сыночек, сынок. Какал? А где я, бля? Ребята, вы где-нибудь видели, чтобы с косаря можно было сделать 10 тысяч всего за пару часов? Вот вам подгон. Я наткнулся недавно на ролик, в котором мой знакомый блогер поделился лайфхаком, как можно заработать на онлайн-игре. Я лично проверил этот метод, и он реально работает. Так что кликайте прямо сюда, либо переходите по ссылке в описании, смотрите этот ролик до самого конца и начинайте зарабатывать. Не упускайте такую возможность, кликайте на ролик и смотрите. Всем удачи!